Всем добрый день! Сегодня он просто шикарный, я его называю День Нурика, так как ровно месяц назад Бека и Нурик поспорили, кто сможет скинуть больше килограмм, тот и выиграет, а проигравший дарит брендовую спортивку. Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, неважно, которая понравится, одним словом. Так вот, этот день настал, сейчас мы едем в Банзай, будем проверять, кто сколько смог скинуть. И мне будет кажется, день Нурика, мне кажется, сегодня. Бека, держись! Уважаемые подписчики, ровно месяц назад они становились на весы. И вот Бека 102,8. А вот Нурик 89,8. Вот, а сейчас вот Бека так получилось, что не смог приехать, но он, мне кажется, сам понимает. Сейчас мы станем на весы и узнаем, сколько весит наш Нурик. Покажи его. Нереально скинул просто. Ну нереально просто. Ну что, друзья, тот самый миг, тот самый момент. Он становится на весы. Все, все, пока ставится. Сейчас, друзья, мы бумагу вытащим, все покажем. Почти 9, 8 с чем-то. Базару нет. Это за месяц, друзья, прикиньте. Базару за нет. Месяц он скинул. Все? Теперь я, да? Сейчас, как сам, доволен собой? Результатом? Да, тогда? Конечно. Давайте его. Я когда начинал, был 127, по идее. 127. Сейчас посмотрим, что получилось. 62. Я же позже же пришел, имеется в виду, когда они начали свешиваться. Мен бұлардың алдында же намного раньше начал худеть. 27, да? 117. 10 килограмм. Базар. Да, потому что визуально сильно заметил. Дизонжета. Это очень стильные галоши для стильных бабушек. Стоимость этих галош стоит 330 тысяч тенге. Здесь не опашка, здесь опашка. Опашка! Аяхкиныңызды ұмытып кеттіңіз, апашка! Шучу ғой. Вот приехали. Есентай. Нурик выбирает вещи. Чина просто смотрит. Вот это как? Чека, вот это как? Это Терри же примерно. А, да? Короче, сейчас выберем спортивку.